длинной, долгой получилась эта подача. И ошибка Буатенга. Передача в разрез, на вас, прострел, 4-0, Эдин Джека. Ну вот уж кто свой гол заслужил. Был хороший в подыгрыше, был, кстати, хорош в том числе и в отборе. Имелось там несколько эпизодов. Ну и сейчас занялся он своим главным делом. Решил свою основную задачу. Забил Эдин Джека. Конечно, здесь первоначально была грубейшая ошибка в исполнении Буатенга. Вот так вот решившего помочь своим защитникам. Тут же обрез, передача на Наваса. И выверенный пас на левую ножку Джека. Антонини здесь с первого ряда наблюдал за этим шоу. Да. Симеоне Аллегри, как бы он ни был задорен и весел, и оптимистичен на пресс-конференциях, помнится, нахваливал он и...